утюг с мощным паровым ударом, функция автоотключения и системы очистки от накипи. Сегодня в обзоре утюг Philips DST-5030-20. В комплектации утюг, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Рассмотрим утюг внимательнее. На ручке расположена кнопка распыления воды, кнопка парового удара и регулятор интенсивности пара. Под ручкой круглый переключатель температурных режимов. Всего их 3. Для синтетики, шелка, хлопка и льна. Утюг нагревается быстро благодаря мощности 2400 Вт. Отверстие для залива воды находится в основании носика и надежно закрывается крышкой. Ниже расположен распрыскиватель. Длина шнура 2,5 метра. Из-за шарнирного крепления он не путается и не перекручивается во время глажки. Подошва Steam Glide Plus получила антипригарные свойства. Она легко скользит по тканям и устойчива к царапинам. Треугольная паровая зона на носике утюга разглаживает трудные участки вроде зоны вокруг пуговиц, швов и воротничков. Вертикальное отпаривание поможет разгладить складки на платьях и костюмах прямо на вешалке. Пар подается с интенсивностью 45 грамм в минуту. Мощный паровой удар 180 грамм в минуту разгладит глубокие и застарелые складки. У утюга есть встроенный слайдер для очистки от накипи, поэтому в резервуар можно заливать водопроводную воду. Если вдруг забудете выключить утюг, он сделает это сам через 30 секунд при горизонтальном положении и через 8 минут при вертикальном. Утюг Philips подойдет тем, кто ищет устройство для эффективной глажки и отпаривания. Мощный паровой удар и легко скользящая подошва разгладят даже самые мятые вещи. Функция очистки от накипи обеспечивает стабильно мощную подачу пара и долгую работу устройства. Утюг не страшно оставить включенным. Он отключится сам через некоторое время, хоть в вертикальном, хоть в горизонтальном положении.